Меня зовут Наталья, я общественница и многодетная мама из Югры. Как у любого гражданина, у меня есть возможность высказаться относительно происходящих сейчас событий. Но только то, что я являюсь мамой троих мальчиков, которые в перспективе будут защитниками Отечества, и то, что я выходец из Донбасса, мое детство прошло там, как мне кажется, позволяет мне сделать это более осознанно, чуть более эмоционально, но все-таки более осознанно. В современном мире у нас есть огромное количество угроз. Но я хочу сказать сегодня о угрозе информационной. Как участник трех избирательных кампаний, я знаю, что такое, когда информационная борьба ведется конкретно против тебя, против одной личности. Сегодня эта война ведется против нас всех. Я предлагаю, во-первых, осознать это, а во-вторых, ради себя, ради спокойствия в своем доме, ради стабильности в своем государстве, начать критично относиться ко всему и исходить из принципа, что если сегодня я что-то увидел или услышал из социальных сетей, то, скорее всего, это кому-то нужно. И попытаться измерить весь огромный поток информации этим простым принципом.